Все, ближе. Ближе, ближе, подойди. Ай, я, ближе, подойди. Ну. Вот так, о, пусть льет. Ай, я, погоди. Куда я? Вот так пусть льет. Почему так? О. Смотрим. Ну так, это когда слабый, ребят, напор. Вот так, супер. Ну-ка, сделай на середину ног. Папа, я не могу держать, папа. Да. Здесь потому что вода, да. Папа, я хочу посмотреть на эту красоту. Давай. Нет, папа. Ну вот она есть. Ну, скатывается вода. Вот так вот. Ну, напор, ребята, короче, мы сделаем больше, конечно, это совсем маленький напор. Ну, а так уже смотрится. Спасибо. Так, чтобы вот, чтобы это было ребятам, как бы сказать-то, ну, чтобы такая, как сказать-то, вот она, чтобы как зеркало воды, чтобы было, вот, в принципе, это я вот это на это рассчитывал. Ну-ка, сделай на середину. Ну-ка. Вот так вот сделай. О. Ну вот так, ребята, бежит. Классно, да? Ну, напор будет у нас больше, насос будет больше, там 8-кубовый будет насос, намного мощнее будет. Ну, как видите, водопад у нас, ребята, получится. Здесь мы, получается, воду наливаем. Все нормально. Чашка сухая. Дно сухое. Все отлично. Папа, вот это, ребята, мне чашу надо доделать. Там есть кое-какие коррективы, которые надо доделать. Папа, папочка. Че? Мне хочется туда бухнуться. Сейчас мы эту чашу почистим. Мы здесь она грязная была. Поэтому очень. Не обессудьте то, что вода грязная. Мы ее потом почистим. Это я так чисто проверил. Я тебе нельзя. Папочка, мне хочется что-то объяснить. Ну, объясни. Я хочу туда бухнуться. Вот ага. Туда. Так. Ну, вода-то грязная. Ну, да, грязная. Ага. Ну, я хотела туда бухнуться. Но. Я, когда хотела перейти сюда, ага. Я чуть-чуть сюда не глохнулась. Ага. Сюда, вот тут дух. Ага. Ну, опасно. Ну, да. Ну, ладно, ребята, все путем. В принципе, эксперименты наши удаются. Ой. Ну ладно, ребята, всем пока, всем счастливо. Водопад у нас получится однозначно. Папочка.